Что они такое дают? Это ингредиент? Да, вроде как. Не вижу его в инвентаре почему-то. Это малина. Что там в сундуке? Есть что интересное? Золото и два каких-то этих железы. А там не было. Мешочки тени корня. Можно эликсир злобности из него сделать. Неплохо. Ну, чё за ага, ну тут мы уже все. А нет, вот сундуки мы эти не смотрели. Они не облутаны. О! О-о-о-о-о-о-о! Сюда. Угу. Короче, я встретил одну мифу, которая меня заковала в растение. Но и проявила меня на наличие личинки. Но тут подбежал техник и сказал, что я нормальный. Я спас их. Ладно. Так, надо решить, куда мы пойдем, в каком направлении. Потому что Лиан сейчас в одной стороне, и мы уже в другой. Тут скинетерфисты есть. Сейчас вот такие дети. Ай, магрибли. Дориан, можно тебя на секунду сюда? Да, мне тут сундук, он с ловушкой, скорее всего. Дориан, Дива, давайте кто там взламывать. Почитал. Опа. Опа, 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 опа. Где, а вот за... так вот. Это засада, а, меня врасплох застали. Идем. Понятно. Вот такой вот сундук, ребят. Вот такой а, вот. А, ничего себе. Ну да, они появились из тени. Их там, ну, типа, не было. Это засада прям. Охваченный расплох. Опять не умею использовать задний... действие. Ого, их много. Ого, их много. Оскверенный тень, Лианик. Я очень надеюсь, что я сейчас просто их столкну. Давай. Или ты столкнешь. Я Алексея выслушаю. Да, можно. Их не, можно толкать. Не, не, да не, я ваншотный буду, меня нет смысла воскрешать как будто. Думаешь, а, ну поднять. Поднять просто. Ну да, да. Может, крябом тем же. Крябом инбезит. Ой, толкайте их. Или луч там будет. Он будет, то его толкну. Тут. Я еще дожить бы. Так. Манать они как плотно стоят. А как мне их столкнуть? Так, ну не всех, наверное, получится. Ячейку побольше возьми, и все полетят. Так ячейка урона увеличивает, а не площадь. Мне кажется, шанс тоже в том числе. Там площадь-то никак не увеличивается, но шанс, что они не пройдут проверку. А, да они и... же не сталкиваются именно при проверке. Не, я про то, что я не могу всех зацепить. Блин, они так хорошо стоят, как будто прям... Ну, а может чуть-чуть отойти? Да вот, я думаю, сейчас, да. Хранение. Класс. Бля, они еще это улетаются не нехорошо так. Блин. Они достались? Ты что это такое? Вот этот, который дальний, он вообще как-то ювелирно перелетел пропасть. Ага. Угу. Ты показывал то, что все они вниз летят. Ну, зараза. А, на краю просто остались. Так, не, ну я сбегаю. А я... А, не, Алексей не понимаю. Я наверх, наверное. Наверх нельзя, да? Можно. Что делать-то? Воскрешать, не воскрешать. Наверное, воскрешать, потому что третья лучик тоже подносит 4. Да, но когда вы меня поднимете, этот ход мне будет недоступен пока что. Ну да. Блин, питаешь вас. Потому что они рядом, как нам дойдут, как раз. Ладно, я не водю. Что? Воды нету. Систер, подкинешь воды, если есть? Резко как-то. Я думаю, у меня куча воды. По-моему, уже тебе и так было отдано.
Что за фигня? Где моя вода? Вот она, нашел, все. Все, окей. Почему предмет? Ё-моё, я выбросил ее! Да где она есть-то? Куда она собирается? Почему ее в предметах нету? Всегда было тут. Я еще умереть могу. Сдавливание 5-8. Бросить. Где там? Где там? Хоть убить не вижу. Так. Кто может носить среднюю броню? Я. Так. Я вот кое-что нашел. Чешуйчатый доспех плюс 2. Превосходный материал. Вы получаете на 1 меньше режущего урона. Мастер десант, вы получаете бонус плюс 1 к броскам инициативы. Понятно, прискрепится. Ну, скрестить вам нафиг не нужно, хорош. Да? Хорош. Так. Неплохо. Осталось двое всего лишь. Вы можете даже затащить. 1004 монет. 1004 монет? Угу. Не нужен нам только доспех, найдем лучше. Ща, где он у тебя висит-то? Вот у торговца. А-а-а! Нифига, дорогой, у меня сюда денег нет. У тебя похожий статы, кстати, потому что снижает весь урон на 1. Вот. У меня будет поднять. Ну как будто тоже на то же будет, наверное. А у него влага есть? Нет. 22. Прикольная музыкальная тема здесь. Да, господи. Это у нас... Чего у него по сопротивляемости? Надо. Нет. Ой, попаду. Ну, наверное. Эй. Так. Кому печатки мастера меча? Ой, потом посмотрим. Мы же сами придем к торговцу, посмотрим все там тоже. А, ну ок. Так, как такой выбор? Вот, это рыбик. Так. А, тут есть куб. А-а-а! Думаешь, почему я отошла? Вон оно что. Ну, сталкиваем, чё? Есть чем сталкивать? Нет, конечно. Да блин. Никогда такого не было. Тогда отходи от него, если можешь. А чтобы я могла столкнуть на следующем ходу. У меня громовая волна есть. Громовая, да? Сейчас бы его жахнут молнией. Если ты останешься там, то я тебя тоже столкну. Хорошо. Какое интересное оружие здесь. Это бонусное, а и это. Наверное, вниз хожу, там мелкие чувства. Что будет это неочередная атака? А, телепорт у нас тут. Да, да. А, не, не будет, кстати, неочередная. Не. Уверен. То есть я могу даже подальше тебя отставить. А, шоковое прикосновение, ну да, да, да. Вот сюда. Извини, брат, следующим ходом полежи чуть-чуть. Как к концу боя как раз встану. Как они хорошо встали. Давай, давай. И в пропасть их туда нахрен. Давай, трехочковый. Шарики эти. Да. Это было хорошо. Ну вы жесткие ребят, вы так-то вдвоем бой затащили.
О. Древесная гора. Вот я к этому сундуку шел, запертый вас звал, и они из тени такие, оп, появились, и все. Меня застали врасплох, они ходили первые, я просто... Ага. Питал. Какой сундук? А, вон он. Вот он. Это была приманка. Я не удивлюсь, если он пустой. Или мимик вообще. А, золото и ингредиенты для зелий. У меня есть внимание. Тоже сундук вот наверху на крыше лежит, дорожный. Тоже его можно получить. Внимание, успех, мешок из рогожа. Ключ и... Паги. Обычные. Дин, привет, новую вещь. Чё там у тебя? Какая-то да, есть это? Ага. Чё там? Зель. Зель, немножечко денег. Понял. Чё там? Что там? Где мой пёс? Пёс, ты чего? Гапкаешь? Что-то есть? Тут сова осталась какая-то неизведанная. Да? Тут вот тоже дальше там сундук. А, вот сова, да, какая-то. А, это Вормбит. Ну, ладно. Алексей, на. Well, у меня этот... Господи, шаги. Я там в зале застрял, поэтому да, в лазе. О, прикольно, прям ритуал какой-то. When you have lived as long as I, such simple magic becomes second nature. A fair point. Perhaps this one could assist us. Тот, который был. Тот, он тебе понравится. Forgive me. It has been some time since this woman tended a bar where she took her patrons, her friends. Yet she turned their words into they died because of her. And to this day, her victims lie unavenged. Death is not the end. I seek a record of this one. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crime. Such spells are ancient secrets and closely guarded. Your soul sparks with justice, with fortitude. Will you take it? I thank you. As to those who go to the distillery, the one she calls the Wayne. Скипер, а маленький, полуметровый. Я прям стараюсь, устроим. Надо книжку принести, это будет твой способ некромантом стать. Я так понимаю, как к этому все идет. Это тупиковая зона, все. Да, тут да, можно дальше плыть по дереву. Угу. А что, он по дереву поэтому не прыгнет? Там разлом. О, я тут фепосы проседают, даже нифига себе. Да. Тоже заметил. А тут спрыгнуть можно? О, я тайную тропу нашел, мне кажется. А, не, он смерть пишет. Ну, блин, прикольно там, если бы это было так за туманом скрыто, интересно. Ладно, ладно. Ah,
It's you. Дракон. Don't you get tired of telling people how to live their lives? Торгует. Да? Миллионы, миллиарды. Что происходит? Я? Там было написано «Не трогай птицу». Где было написано «Не трогай птицу»? На птицу прям написано «Не трогай птицу». Нет. Там было просто написано «Ворон». О-о-о-о. Ворон. Нет, просто ворон. Нет. Просто ворон, даже сейчас наведись, написано просто ворон. Вот на белого ворона наведись. Должен был пройти испытание и сказать тебе, что нет, не надо трогать этого ворона. Нет, он не сказал ничего. Он глупенький. Да ладно, они по одному хп, чёрт. Так, а у них там чё? Они не взрываются? Отойди, Коэн, переместись сюда и толкани их всех разок, и всё. У тебя же есть легкий шаг. Да. Да я могу их даже не это, я могу этот. Чем так? Хотя можно и толкнуть. Просто массово как-то побольше всё. Ну и ножом. Мало. Мягко говоря, меня послал один чародей, один волшебник. Я ему сказал, хватит так много бухать, он меня послал. Правильно. Это история. О, Рафаил. Рафаил уж на шахматами сидит. Жесть. Это рекорд по убийствам, да? Сколько тут? Я не по одному хп. Да все равно. В количестве. Количество, блин, возможно. Я понял, что массовых-то особо и нет. Потом геноцид. Так, ну тот, да. Это, защищаемся. Да-да-да, я знаю, что защищаемся. Мы попали в ловушку. Я попал в ловушку. Второго... Мне жалко просто тратить вторую. Как-то это жирно. Я просто рукопашкой парочку убьешь нормально. Да-да. Нет, не... Блин, на другой руке. Ай, фукин, кинжал. У них по одному хп, чего ты паникуешь? Да я бы больше бы вынес, я всех четырех вынес, почему бы побыл как кинжал. А, да ладно. Да. О, просто вы не оставили немножко. Вот и все. Блин, они же плетают, да? То есть поверхность на них не действует. Так, что вы там делаете? Ладно. Мне даже интересно. Один остался. О, блин. Я промах. Диван поджигаю. Милое маленькое яйцо. Ну вот, пипаст. Ворон, ничего тут не написано про него. Да теперь уже. Вороне письмо, спасите. Не, проверка просто была, это. Мог бы сказать. Там вы мои. Любимые мои полуметровые, вы можете залезть здесь в сундучок? А может я его скинуть вам смогу, кстати? Подвинуть могу его? Нет. Так, помните того главного тифлинга? Зиолора. Да, давно был, да? Ага. Запрыгивайте, ребят. Там что-то кто-нибудь. Интересно. Сундучок запертый, да, я не могу его сдвинуть. Слишком высоко. Так. С той стороны. А, его ломать же можно. Я могу своим методом его взломать. Ёпта, куда, зачем я полез? Скорее всего, ничего. О, еще один. Да, ёхарный бабай. Тут босяка на 200 Были? Хп. Ой. Босяка на 200 хп? На 200. Так, что опять происходит? Все в разные стороны. Я вас как это, пристегнуть я надо. Я просто гулял. Да, да, да. Я просто гулял.
Я просто продаю хлам. Да, один продает, один гуляет, третий застает врасплох, а ты уже все? Настолько жестко. Тут жестко. Сурово. Может, мы то не пойдем? А что нам? А на что нам там с ним делать? Где мы его там лежит? Лема тогда ждать. Мы вдвоем-то точно не справимся. У меня одна ячейка осталась, заклинание. У меня просто жизни немного. Лям, давай тащи сюда свою чешуйчатую. Сколько торговать это? Я не понимаю, насколько... О, сколько свитков, которые можно изучить. Там разные торговцы или что? Ну да, один доспешник. А, да ладно. Перчатки летящего полета, защита от снарядов. Было приготовление второй курс. Сколько их там, Дива? Много? Много. Так. Если с водой молнии, то все окей будет. Если вам нужно... Надо и нет. Существует доспехи, вам понадобится. Ну, это надо так, что один кинет, у меня одна ячейка. Ты можешь, конечно, выпить энергетика. Ну да. Покончились энергетики. У меня вот эти вот. А, полканавты. У меня есть. Все забрали. И у меня 3 штучки есть. Возможно, могу еще это сделать. Могу даже сделать, да, еще. Еще 3. Дракон не хочет помогать? Не, зачем? Может, мы его резко сможем подойти вот так вот. Вот так вот. Можем ли? Присесть. Даже можем. Только вот вместе ходить, mm-hmm. Иначе там быстро еще уносит. Мне же только свиток надо использовать. Так. Просто достать свитком. Они прям рядом со мной. Я вижу их. У меня остались свитки воскрешения. Ой-ой-ой. Пакин. Встаньте. Обижать! Понятно. Так, потом. Так, у меня свитков похода воскрешения нет. Или а просто не вижу. Давай сейчас передам. Передал. Вот тоже могу передать. Один кидает, другой шмаляет. Могу бомбу. Что у них там? Шестой уровень. Ну, а их двое, да, там? Нет, там их семеро. А, там еще огроменный. Ага, вижу. И босс. Насколько близко мне надо подойти? А, ну вот он радиус показывает. Блин, достаточно близко, кстати. Блин, ну это прям в упор. Очень близко надо подходить. Скорее всего, это не, ну, почти невозможно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ага. Да, провоцируйте. Ой-ой-ой, ну это надо побег. А, ну тут хотя бы врасплох не заставим. Ну как будто какое-то количество я могу прям убить хотя бы, прежде чем уйти. Да, да, верно. Потому что красиво получится. У меня действий почему-то нет. Могу тебе... Последний чейк могу захилить, класс. А, не, могу вот так сделать. Это, блин, сколько? Бардовская. Одно хп? Ну это бардовская, оно не хилит. Оно ж не хилит. Оно тебе удушевление дает. Назови с этим. Я не могу использовать, у меня последний чейк осталось, я не могу на тебя хил. Тихо! Никаких оправданий, солдат. У тебя есть свитки. Могу тебе зелье лечения дать. Так, а что это? А, вот это я походил. Понятно. Тут, короче, текстурка ступенькой. Вот тут. Порожка вот этого. Все, не дает столкнуть. Заклинание в землю уходит прямо перед ними. Под землю. А если я вот так подойду? А, ага. Что, вода, так, вода, спокойно. Вода. Вода какая вода? Там большой тут... еще. Мы только маленькие. Мы не сможем, нет, мы типа маленьких, да, вот что-то сталкиваем их там буквально и уходим.
То есть мы прям вообще... 9 уровень. И все, и валим. И просто ран делаем, потому что мы не задача. Нам лям нужен по-любому. Ну ладно. Там, посмотри, там туловище 202 хп, 9 уровень. Да, да. Намочить и молнией. Да, и промазать по 9 уровню. Шанс попасть по нему просто тупо маленький. Ты забыл про мой фокус. Я про тебя в целом забыл. У нас типа нет фокусов. А, нет, слушай, есть. И вы не пользуетесь им. Так, а можно? Нет. Так, ладно. Ага, рывки. Куплю. Да, мы тут умрем пока ты. Второй раз рывок, серьезно? А, нет. Не-не, раз заход могут. Так. А, да мы их так раскайдим сейчас. Но мне, правда, и здоровья мало, и человек тоже. Кто-нибудь предложит 10 монет. Точнее, 100 монет одолжите. Ага. Требования убивают. Твоих друзей убивают! Нам тут не до монет. Так. Надо еще, блин, бежать далеко надо, чтобы выйти из боя. А ячейка осталась, ну прям вообще. Одна. Притычок. Я могу. Слишком темно. Фига себе, вот это помеха, слишком темно. Туманный шаг есть? У меня-то есть. У меня тоже. Последнюю ячейку можно на это потратить. Просто сбежать. Так. А где это рывок? Где? Блин, я уже заспускал. Ну ладно, да. Но мы, блин, диван там оставляем. Вот что меня беспокоит. Ну, пусть пока полежит. Сам, пока полежит. Сам нарвался. Или мы примем бой. Не-не-не. Всеми не? Точно ладно. Смысла нету. Давай, давай. Я сбежала. А, причем сбегает он в лагерь. Кай. А. Угу. Так. Только пятки сверкают. Ладно, на какую-то часть все равно смогли. С какой-то пользу. Нам надо на отдых, наверное. Угу. И потом у нас целый квест вытаскивается, Дима. Так, приключение. Так, это чего туманный шаг я забыл. Ах, да, так, а как там? Завершить день. Ну, подожди, сейчас вы не можете выступить сейчас. Блин, заторгуют. Лям, сейчас фаербол четвертой ячейки полетит тебе прямо вот в гузно. Куда-нибудь. Промахнешься. Так, а почему устойчивый из-за чего там? Ну ладно, устойчивый, ну ладно. Карлах как раз спрашивал, не освободился ли случайно место. Да иди к вам. Сами же отпустили торговать. Тебя там никто не держит. Your ally is falling to the curse. Help them. О, проклятие? Что? Твоего союзника скоро тебе проклятие, помоги ему. Интересно. Ты чё, Диван может в нежить превратиться? Ты думаешь, это про Диван? Я просто факел не достал. А, блин. А зачем ты? Тебе в лагерь надо куда-то? А, ну ладно, к нам подбегаем. Вы всё обобрали, конечно же, да? А ты торговал? Мои глаза не могут закатиться дальше. А что мы должны были делать все это время? О нет, идите нафиг, идите в жопу. Лагерь. Куда ты пошел?
Так, но если он тоже умрет, мы хотя бы с Дорианом сможем прилечь. Отдыхать. Дориан, а щит. Щит. А где ты там кого нашел? Он у меня, ко мне пошел. Зачем? Прям в ловушку. Нас там нет. Мы же сбегали оттуда. Один типа решил. Ну, пусть. Красавец. Ну дайте ему, Там 9-й уровень. Ща он его как это. Как щепку разметет. Ну да, пополам об колено. Встал такой, смотрит, дышит на него. Намочит, да, сейчас его там молнию. Что, это думай на шах? Серьезно? Ты такой, убегаешь? Куда это ты собрался? А все, надо раньше. Бляха-муха. Хорошо смеяться, сволочи. Дорин, знаешь, что меня беспокоит в последнее время? Больше всего. А, Дорин? Ну, да, что? Что ты у нас не самый модный. В смысле, я начинаю переживать. Лютню, которая светится всеми цветами. Не, лютня норм. Но что, это вот то, что на тебе надето, это прошлый сезон. Это уже не в тренде. Надо тебе что-то подобрать яркое, пёстрое. Лем нашел за сколько там? 1400, как раз потрачу все свои наворованные. То есть, правильно ли я понимаю, нас с тобой ждет шопинг? Конечно. Мы пойдем по магазинам и потратим все наши деньги. Вообще, раз с нашим динозавру можно, почему надо? Полчаса тут провести. Да. То есть мы пойдем с тобой. Шопится сейчас. Можете, кстати, что вы пока в лагере сидите. Можете пока пошупать. Все, дракон. Я хочу проверить, что можно ли, типа, отдохнуть, если там какие-то тиммейты мертвы. Сейчас, полностью. Опрокинут. Да, вот. А, во, класс. Нельзя, походу. Сейчас. А, во, все, да, можно. Не, мы не можем отправиться на долгий отдых. Не, почему? А, вы не можете быстро перемещаться, написано, да. Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Может, надо зайти так, и выйти нормально? Давай попробуем. Зайдем и выйдем нормально. Долгий отдых. Нет, сейчас вы не можете перемещаться, все равно пишет. Да еще моя. Я подоковал, и у меня осталось всего 9 монет. А что мы сделаем? Давай так. Блин, ну, у меня загрузка будет там, где я попал в засаду. С сундуком с тем, с первым. Ну, в целом, не так далеко, наверное. Мне кажется, мы не затащим. Да вообще нереально у нас. Ноль ячеек у меня, по крайней мере. Да, ячеек нет. Да, у меня пол здоровья только. И жизни, да. Заново дракону закупаться? Вы серьезно? Я не переживу этого. Не пускайте его в торговца. Я теперь сейчас знаю, чего я хочу. Так что я быстро закуплюсь. Всего лишь 20 минут вместо 30. Нет, вместо того, чтобы пойти в безопасное место, вы пошли хрен знает куда. Получать по морде. А зачем нам идти в безопасное место, если тут ничего исследовано? Потом быстро. Короче, там обе ситуации, но насколько я понял, они были засадные. Никто не мог предугадать, кроме тех, кто проходил уже игру, что там противники в целом. Вот. Что меня убили? Там вообще не было никого. Просто они из теней появляются и все. И у них преимущество, они все ходят первые. Опять торговать. Но вот тут у меня сохранение, да. Это причем авто было сохранение. Толкает пробку, да, только чуть-чуть по другим углом можешь попробовать. Я думаю теперь. Ага, в очередную атаку не хочешь. На этот раз я с вами. Шаг есть. Эй, зачем ты нам нужен? Мы уже все знаем. Серьезно? Они вдвоем затащат этот файт, это уж точно. Я тоже хочу просто полутаться. Не надо.
Ну, как видишь, диван. В этот раз не проверку лучше прошли. Такое случается. Обидно. Так, тут босс сидит, так что, как вам помните? Стасик. Сейчас я обращаюсь к Стасику, а не к Дивану. Стасик, послушай меня. Сегодня я был у Екатерины Русаловичной. Опять мы дорисовывали картину. И она сказала мне пнуть тебя. Чтобы ты назначил в титанологии дату и время. Да, вот. Да, говорит, ты сегодня будешь со Стасиком общаться? Говорит, пни его. Я говорю, ладно. Хорошо, вот. Хорошо, я тебя услышал. Сделаем, значит, выберем. А, ты как всегда валяешься, да? Чё? Ты как всегда валяешься. Кто бы мог подумать? Роль такая, ответственная. Да. Да. Так, ладно, чё я там могу-то? Торговать. Играть один. Не заботиться о своих друзьях. Это ты можешь. Вы сами меня послали. Ты захотел, мы тебя отпустили. Но на помощь ты к нам ни разу не пришел. А мог. Так, ладно. Ой. А у нас что получается? Настя вылетела? Настя прям совсем вылетела, да? И даже из Дискорда. Вот, блин. Понятно. Что-то случилось у Анастасии. Mm-hmm. Потому что мне передали управление персонажем. А, это... Да, вот чисто мне бы урал сайпал. Шубануть, все равно уйдет, это сейчас скоро будет. Понял, я просто в ячейках плохо ориентируюсь. Может, Лиза и поставит мне, и все. Тоже варик. А что тут? Зелье исцеления. О, тот. Давай, вставай. Или не валяйся. Оп, и все. А то тот ячеек миллиард. Пусть работает. Вот у нас тут пилс. Блин, какой запил вообще прикольный. Вот этот. Он же деревянный. Держи, ёпта, четвертым фаерболом нахрен. Домой! 17 урона только. Класс. Ну, это мало для четвертого. А, у него влага была. Я не заметил. Ну, с вами. Вроде. Ты меня слышишь? Чё там? Интернет отвалился? Ага. А, надо было молнии. Да тут что-то непонятно. То ли роутер сбоит, то ли там наши эти были новости. Да, про отключение интернета на целые недели. Вообще. В некоторых городах, да, отрубают мобильный интернет прям на ночь. Вообще. Стратегическое решение. Уф. Так, ждем Анастасию, когда она зайдет. Да, я все здесь. А, блин, что это? Где мой персонаж? А я почему-то за то-то. Чай перекину, да. Ты администратор здесь. Администратор сюда. А гном вон туда. Все, применить. Угу. Получилось? Да, да. Давайте вскроем эти сундуки. Всякие. Ой, к некроманту опять идти, подниматься, да?
Ну давайте, да, то что безопасно, до долгого отдыха можем сделать. Может, ворон еще раскидаем. И пойдем тогда. Ворон можно не раскидывать, только если ради опыта. Ну да, да, конечно. Там сундук еще, который ломал. Они типа только если. Угу. Все, сундук обчистил этот. Правильно. Угу. Что экономить, да? В сохранениях. Пойдемте к некроманту. Может быть, мне удастся успеть прочитать. А, там и ключ где-то должен быть. Ты так сломаешь? Сейчас. А, у меня внимание, вот провал. Вот сюда вот конец дойди. Тот. Иду, иду. Да, я, кстати, в прошлый раз, по-моему, прошел проверку. Да. Нет. Да ё... Не получилось. Я приду. Да и ну, зелье тоже неплохо так-то. Where lies your guilt? А, класс. Алина, вот, с помощью заклинания. Я сейчас собрал, ну, естественно. Вот так устраивать городские инструменты ради ничего. A fair point. The murder lies silent. Вот. The Raven asks, will you be their voice? Вот, пожалуйста. Forgive me. It has been some time since I spoke to another. Так, на долгий отдых или к боссу пойдем? Я на долгий. Сейчас мы поговорим с некромантом, возьмем его квест. Death is an ice. Through it, I can summon her spirit. Such spell. Your soul spark. Will you take it? I thank you. Go to the... Я не вспомнил. Мертвый анархист. Так, все, на долгий отсюда давайте, потопали. Или ворот еще закроем и потом пойдем на долгий. У меня есть еще ячейки, в четвером-то мы ворон точно раскидаем. Да ворон-то вообще не проблема. Ну просто, чтобы потом точно фуловыми идти пинать эти корни. Только мне понадобится зелье скорости. У меня нету, я без зелья скорости. Как так? Ты же главный поставщик. Да не, не. Я посредник скорее. У меня просто они были в каком-то количестве, а потом все. Че, залетаем с двух ног? Будет разумно, ничего не трогать. А, вот, написано у тебя было, так что да. У меня вещь ничего не написано. У меня магия, потому что, наверное, нет. Я не маг. Он не маг. Чё, все, все готовы. Погнали. Понятно. Да. Воу-воу-воу-воу-воу. Пёс не умер. Прикиньте, они нас сейчас запинают. В прошлый раз они много промахивались, а теперь не станут. Теперь у нас дракон, модификатор какой-нибудь. Они от света слепоту получают. Прикольно. Так, ну все, настало мое время. Сейчас я их раскидаю. Я каждый мразу. Молнии. Ну если бы. Так. Блин, ну я так Баунти задену. Ходить, чтобы одни с тех же. Да задевай, чего надо. Давай. Так я тебя задену, ты не давай, против, значит, да? Ты не против, в чем можете помочь. Давай, давай. Давай, давай. Ну, мне пофиг на молнию. Ебать, как сильно. Больно? Больно, я тебя предупреждал. 31. Вот это да. Ну, Дорин, давай. Играй свою музыку. Похоронный. Похоронный марш.
Чё я тут могу? Тут всех, все кучки уже вынесли. А, ну извини. Кто ладно, кучки успел? По одному. Эти. Почему? А, понятно. Сейчас. Сколько там? 3 цели, да, можно выделить? Больше? 3. Неплохо. Ну и все, как раз пацанам оставили. До троих. Тоже, чтобы не скучали. Критически поворотнем, красава. А, развлекаются, а ты посмотри. Молодцы, молодцы. Вот он идет проверять дорожный сундук, где тряпки. А мы это уже все тут знаем. Все, давайте это на долгий пойдемте, если вы тут все уже смотрели. Сейчас прыгну минус 8 ОЗ. Да давай сначала. Ну давай, на это. Запишите. Не, можно. Поехали, на долгий. На долгий. Пойдемте. Нам все равно возвращаться к боссу. Давайте сначала я закуплюсь, а потом уже пойдем к боссу, хорошо? Мы можем, да, типа, пойти сейчас все. Ну, ладно. Там много торговцев, Лям. То есть можно распределить, чтобы все, да, смогли что-то поделать там в этом городе. Ну, я увидел только два. Пока что. Ну, так, все, лучше. Давайте, поехали. О! Наконец-то к своей девушке попаду. Ура! Я уже забыл, как она выглядит. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. Уф. Я бы отсюда вообще не вылезал. Нафиг мне этот динозавр там? Два гнома. Валялся бы здесь с тобой. You took an unexpected route here. У неё сюрприз. You did a brave thing. И Стасик такой, может этот кошмар закончится. Don't be so hard on yourself. The hurt runs deeper than he's willing to show you. Beneath the resilient veneer, a touch of fragility. He needs comfort. Я просто его обнимаю. Это платонически. Просто обнимаю. Ох уж эти гномы. Надеюсь, они почкованием размножаются. Тут не будет сцен. Женщина с бородой. И не поймешь, то ли это женщина, то ли это мужик. It just doesn't stop. Wave after wave. Each wave a set of orders to the infected. Yes, but the orders are oddly erratic. In any case, the Absolute knows you carry me with. I am the only one who can resist the Absolute. Unfortunately, that also. The task ahead is this is not just about you and I anymore. You must infiltrate Moonrise Towers, discover the secrets of the. Now I must rest. And... Так, ну пока вы там разговариваете, я отойду. Must infiltrate Moonrise Towers, discover the secrets of the Absolute, and put an end to it, so we can finally be free. Now I must rest, and you must carry on. Да, Дим, это не бородатый гном, как у тебя.
Так я всех храпил. Кайфу. Сочно так. И здесь. Где ж ты, не чья ты такой? Я снова здесь. Я слышу. И звуки стиле. Вы это видите клипы, которые с помощью нейросети, это Neko Arc таким противным голосом, там аниме такая проспевает. Блин, я тебе сейчас отправлю. Там переделка еще песни сама «Гражданская оборона», это великолепно. Так, а чё? О чём мы не спим? Что? Моя оборона! Не, там лучше. Так, ну я этот прям скину. В нашу беседу. Все послушайте этот шедевр. Так, давайте по своим сундукам тогда. По твоим не получится. Я запомнила, что мой зеленый. Правда? Это правда. Угу. Блин, перегрузка. А? Какие жадные. Да нет, даже не жадные, а как это сказать? По-другому. Скрипердяй. Предприимчивые, что ли? Предпринимательская жилка, да. Это гном, что ты хочешь? А у меня все ничего, нигде нет. Ни славы, ни хлама. Ни бороды. Не, борода при нем. При ней. Нет уважения, нет чести, нет пива. Ломая. У меня тоже. Всех, видимо, так. Манать, вы уже там? Я думал, мы там типа подойдем. Ой. Ох уж этот тот. В чем ты убеждаешь? Тебе весь. Вечно. Хорошее убеждение. Я так же сделаю. Так. Таверна, последний свет. Сколько тут брони, сколько брони? Так, 18, 15, 18. Все брони, 18. Ну, в принципе, мечи мне не нужны. Я же маг. Чем болтает? Ну, прикольно.
Лиам что-то откуда-то берет. Лиам, это где у тебя такие захрома? Да-да-да, с нами не делится. Да не обязательно. Мне вот не нужно, например. Ох, какой медведь. Ой, чё бы... Да. Чем торгуешь? Зелье невидимости. Тысяча монет у пацанёнка. О, сапоги. Обувь, уклонение, акробатика плюс один, и класс брони плюс один. У нас у кого-нибудь есть такие? Так себе сапоги, так сказать. Так себе сапоги. Да, если у кого-то так себе сапоги, тут синие у пацана есть, нормально. Вот зелье бы мне, вот у меня зелье и свитки воскрешения. О, плащ хитроумной дымки, ой, какой красивый. Капец, тут Лем хламован продал. Жуть. О, нифига себе. Веревки-то зачем? Молотки собирать. Даже мы, гномы, с такого фигеем, видишь? 1100, да, есть тут шучный доспех, 16-й класс брони. А я говорил? Только аккуратно, а то тут, видимо, прям квестовые персонажи есть. Вот классная палка. Блин, пойду к другому торговцу. А еще никто не освободился. Вы получаете на ее меньше урона. Кто-нибудь 1500 одолжит? Нет, конечно. Ты тут продаешь вообще все, что под руку попадется. Еще у нас деньги просишь. Куда тебе столько? Так, ладно. Тогда я... Помеха при проверках скрытность. Не, такое нам не надо. Звучит нехорошо. Тут наверху Изабель какая-то на балконе колдует. Я думаю, это она щит поддерживает. Может, ей надо пойти помочь? Pleasure doing premium trinkets and doodads. Preparing to march, I wait. Так, ну все с этим торговцем. Хотя у него какой-то квест был, по-моему, этого торговца, у меня там отображалось. Взять, что ли? Возьми, конечно. Ага, интересно, сейчас поговорим с этими животными. Абсолютно. О, это какой-то из тех волов, что мы уже видели. Из тех, что мы в роще говорили. Прикольно, я тут девушку встретил, она говорит, лунные башни увели ее Дениса. Если мы найдем его и спасем, это будет квестом. Короче, поможем девушке. О, тот самый вол из рощи. Ну, типа, там вариант ответа, в смысле, был такой прикольный. Да, он есть, да. Блин. А, о. Нормально, хоп, нормально. Да. Что-то у вас больше тут? Нет, я... Там у них нечто большее. Волом. Ой. Ой, жуть какая. С волом разговариваю. А у него там резня. Что он рассказывает? Показал резню. Ну, самое... Да, там прям это человеческие тела, мясо какое-то.
Он не вол, понятно. Ой, а чё? Нет, в принципе, пожалуйста, на здоровье, действительно. А чё, это файт сразу? А, вот он и вол. Кто это? Жижа. Жижа. Кот в кислоту. Устойчивость к молнии и режущим уроком. Это плохо, что я уже подошел. Зачем ты это сделал? Чё-то не все. Да, кислота. А, ну и нормально. О! Шляпа. Что там за шляпа в нем? Кто щедрости? Кто щедрости? Сейчас посмотрим. Всякий раз, когда вы нанесете урон огня, вы получаете магическую интуицию на 2 хода. Что такое магическая интуиция? Существо получает бонус плюс 1 к своим броскам атаки и классу сложности заклинания в каждом оставшемся ходу. Еще раз. Плюс один. Это кольцо? Им броском атаки. Шляпа. А, нет, шляпу не дал. Кольцо, когда вы применяете способности оборотня или маскируете внешность, вы получаете плюс бонус ко всем проверкам. У нас нет таких. Оборотни пока нет. Да. Блин. Я шляпу мал свою диадему. Диадема не спутается из состояния. Вот, когда почти. А вот Дори накладывает. Состояние? Овечку могу только наложить и все. Ну, это бесполезно. Смысл? Оружие. Модификатор. Ну да. Посмотрите, если кому надо, диадем мистический цвет. Там, ого, Лиан там прям себе выковал бы куёв. Чё? Пыльей на ушли. Прям череп грима. Защищает под от физических ударов. Нихера себе. Кому большое зелье здоровья? Всем. Пока не продал. Продать большое зелье здоровья? Пока не продал. Нет. Странный ты. А то я сейчас продам нафиг, а вам зелье кому-нибудь нужно будет. Всем нужно. Большое всем нужно. Всем нужно. Вот. Ну ладно, я дивно вон отправил. Благодарство. Хотя надо было Тоту, а то он постоянно ложится. Ой, не надо, я в последнее время меньше этим занимаюсь. Чуть меньше. Конечно, быстрее выносим. А пламенный посох ты купил у кого-то? Прикольный. Да. Типа фаербол встроенный. Фига себе, нормально. Чё, а если там свитки не продаются, ещё не продается, все, можно это. Дальше следует. Вот, зелье большие, 4 штуки. Mm-hmm. Сколько они стоят? Они стоят 48, ну вообще я бы купил все 4. И не парился бы. У меня есть дефектный доспех адского заката, 18 класс брони, нужен как? Какой он? Средний, тяжелый? Угу. Ты тяжелый. Нет.
Он дает. Блин, ну зачем даже маску оборотня продавать? Ну типа... Хотя это, наверное, твоя маска оборотня, я не знаю. Угу. Да ладно. А я что, часто облик меняю? Ты нет. Ну типа я бы ее оставил, просто как заделся ее, да, за этот. Так, все равно. Долго бы как коллекция. Кто, я? Да я, блин, на две минуты занимаю торговца только. Нет. А тебе он опять нужен? Да. Зачем? Я просто да, смотрю шмотки. Хлам. Откуда у тебя хлам опять взялся? Я всю игру копил хлам. В это вернулся просто. В этот, нашу обитель. О, защитная накидка. Ни хрена себе. Защитная накидка. Класс брони, испытания плюс один. Одеяние могущества. Блин, я хотел купить защитную накидку, ладно. Прикольно. Так. Оставь для меня, пожалуйста, защитную накидку. Да ты и так весь одетый уже. Нет. Круче всех. У всех нет плаща. Одного кольца и плаща не хватает. Так, я хотела взять задание у этого. А, в смысле, нет. Есть с ним там разговоры, типа... Да это торговать. Зачем что-то торговать-то? Так, чё? Все поторговали. Все готовы. Накидку кто-то купил уже, да? Я оставил ее. Прямо. Спасибо. Как только все закончат, я сохранюсь, и мы пойдем поразговаривать с неписями, которые тут квестовые стоят. Тут есть интересные личности. Альфирочка здесь, боже мой, нет, я не буду вас ждать, идите все. Торгуйте дальше. О боже, девочка, ты здесь. Как ты вообще здесь оказался? Что за любовь тут встретил? Барышню, которая Барт была в первом акте. Она здесь. Я они же говорю тебе, Альфирочка. I'll be here if you need anything else. Merlin, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. I'm damn glad of it. Without him... Yes. He shielded me and the kids, while his brother and sister rushed the cultists. Cal and Leo were dragged away, along with the others. Roland isn't... taking it so well. None of us are, to be honest. How do you do it? How do you keep going? We're in the same boat then. That's somewhat of a comfort. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Thank you. If anyone can manage it, you can. Just be careful up there, all right? I can't handle anyone. Well. Почему тут стоит зелье и не написано украсть, написано подобрать именно? Можно подобрать это? Значит, можно подобрать и ничего не будет, правильно? Должно быть, да. По идее, да. Если красным рука не горит, еще к тому же туда может взять.
подобрать. Реально. Фу. Когда я подберу все, что здесь горит. Ой, тут котик спит. Сейчас я с ним поговорю. Его величество, котик. С Кисей? Кися, да. Ой. Запугивание. Тихо. О. Жрица Лукония. Ой, мама, что это? I slinked, of course. Прикольный. Можно ему молочка налить? Ой, тут Эмбер сидит. Реально, блин, как будто с Эмбера. А, это Рафаил, который этот черт. Понятно. Не доверять дьяволу. Пойдем сейчас с ним поболтаем. Рафаил, здорово. It's good to see you again. I'd ask if you've made any progress with your little problem. But the telltale twitching of your eyes... Также Димон с одним глазом. You wound me. I've only tried to be a friend to you. Just as to the poor souls here where hope hangs by a single thread. I can mend it or cut it. Depending on what they ask for. They're not the only ones ripe for temptation, you know. My last contract here fed me for decades. Please, I would never leave such a mess behind. Far too much attention for so little gain. I never surrender knowledge for free. But one good turn deserves another, does it not? To repay you for the soul sent my way, I offer a taste of the truth. Ketherick Thorm, proud father, man of faith, utter fool. On the night the Harpers sealed him away, someone murdered his entire army in cold blood. Now who would possibly benefit from such a massacre? If you want to know more, I could work the exchange of such precious knowledge into the terms of your future deal. But the time for quibbling over clauses and contracts hasn't quite arrived. You'll be limping back to me soon enough. For now, I'm afraid you've already made me late for a meeting with another client. I'll see you soon. Окей. Неплохо. Premium trinkets and doodars. Primit is clear, ma'am. Good. We'll leave soon. Ну так вот. Don't want any surprises. Шут просто и все. Yes, ma'am, там кто-то. Тут две бутылки воды, если кому-то надо. Вы любители. Намочить всех. Тут вино. Копейщики. Настольная игра. Ее можно взять. Шахматы типа. Рахейра, здорово. Тот, можешь подойти? Здесь книжка лежит правильно. Читать надо, а не дотягивать. Ща, я тут бью с какой-то бабкой.
и пробую медицину, чтобы понюхать вино. И, конечно, три! Конечно, три! Ладно, я просто нюхаю, значит. Если меня сейчас отравят, знаете, я бросать не буду. Тут есть записка. Нам нужно увидеться. Карта готова. Зайди в дом и спустись в подвал. Найди башню, тебе понадобится ключ. Не трогай сундук, я серьезно. Иди прямо и не сворачивай, и найдешь. Тут есть сейф трактирщика. Почему-то вскрыть тоже никаких этих последствий не вызывает. Поэтому я вскрою. Давай. Сейф у нас золото. Дневник трактирщика. Ой, что там? А никто меня не меняет. You want to deny the parasite has any sort of hold on you, but somehow you can't. В смысле, не могу, я ни одно очко не вкачал. А это зелье, правда. Added a herb to your life. Так я не лгу ей, в том-то и дело. Очевидно, мальчик. Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Кто ты такая вообще? That was a public display of hope. Despite private reservations. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with bad... The cult of the absolute is spreading through the city. Quietly, quickly. And with unsettling deliberate, we tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. General Gadrick Thorm. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druid, but he's returned. Not only does General Catherick Thorn live, I met him on the road here, на ближний бой. Commanding an army of the absolute. Ты все еще торгуешь? Я ищу чего-нибудь интересного. Only to watch him knock it out like a splinter. He healed right in front of us. Кажется, два все. And chased us into the shadows. Things looked protected by your artifact. You can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Gadrick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Куча свитков, но я их потом могу купить. You're the only one who can get inside the towers. You were born for this mission. Or made for it, rather. Besides, you need this. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Gatherick's using to control these tadpoles. Until then, we keep drinking wine when we meet. Блин, бабка меня спаивает. Интересно, а шкряп как-нибудь отреагирует на котика? Интересно. Котик, кыс-кыс-кыс-кыс-кыс, ты где? Ну, вон он. А можно взять шкрябу под управление и пойти, типа, в диалог вступить с котом, что будет? О, интересно. Не, нельзя. Не, нельзя. Так, я направляюсь. Я направляюсь на второй этаж, хочу поговорить с той жрицей, которая держит этот купол. Давай. Это с этой стороны. Стой. Вон.
я ром нашла. А вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Изабель. Уф, какая. Ой, да, красиво. Еще плащ нормально был бы с коллизией. А что тебе Рафаэл сказал? Рафаэл сказал, что мы скоро приползем к нему. Понятно. Мы еще встретимся, да. Экспекта патроном. Угу. О, бежит, ёпта. Запыхавшийся есть такой. Угу. Чел, он пока ты разговариваешь, там все украдет, что нужно. Ага. Продаст кто и пойдет опять ничего не покупать. Как вы плохо. Какого плохого обо мне мнения? Мы тебя хорошо знаем зато. Плохого обо мне мнения, он же там все обобрал, да, точно. Myself and our lady are doing what we can to hold the line. I hear you and your tadpole will be our offense. Free from the Mercy's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jahir has sent you to beg a protection spell of her favorite cleric. Блин, я понимаю, откуда у меня защита от холода. Откуда у меня защита огня и кислоты, интересно. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Кетерик is a frightening man, but you have something he doesn't. Достойные союзники, говорят, у меня есть. Ай, боже, как же ты. Медальон скоро смеется у тебя. И шкряп. У нас проблем. У нас нет союзников. Нет, достойный. У нас ставка пошла. Уф. Ой, ты какой. Огненный кулак, Маркус. Здорово, ты ее бывший? Hello, Isabel. Marcus, судя по тону, да. Is that you? What's happened to you? Да я. You can be too. He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Кетерик alive. Я мудр? Я не мудр. У меня харизма, но не мудрость. Меня это развлечет, я в деле. Неплохо тоже. Тронешь ее, и тебе конец. Мудрость. Ну, мудрость у меня просто будет бросок 1d20, но неизвестно какой сложности, там сейчас опять будет 15. 25. Давай, давай. Может быть он глупый. 6. О, нормально. Давай, тот, давай, 3. О, ёпта. Хорош. Мудр. Мудр. Ну ладно. What's going on? If you have something to say, say it. Тихо, женщина. Не, ну смысл ее сдавать. Ну и не сдавать тоже смысла нет. Может быть, там действительно какие-то более важные сущности есть. Ну, с Кетериком это вот тот генерал, про которого нам говорили, ну, он да, командует это... всем войском Абсолют.
Ну То да, есть здесь который идет, просто скорее бумаг. всего, такая лазейка попасть к нему на аудиенцию один на один, если мы потащимся с ними. Заберем отсюда жрицу, останутся все вот эти орфисты без защиты Защиты абсолютно. умрут, да. От Ну, извините, теней. я не могу на это пойти. У меня здесь моя симпатичная бардочка сидит. Тогда выбор очевиден. Сложно. Но мне было бы интересно, Да. скажем так. Я бы с ним сгонял, Ну мне да, кажется. да. Кетерик will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Он тебе, блин, культяпки он тебе дал. Да-да-да, куриные. Ага. Я ему ел так, во! Смотри, чему научился. Покусись. Помните, главное спасти не детей, а Может, не девушку детей, Барда. помните. Уф, ё-моё. Это будет жестко. А я в подвал убежал. А я на улице вообще. Шестой уровень у него, 12 хп. Да, я тоже тут по вину прикалываюсь. Да блин, чё в бой-то? Ладно, я тут с Лямом. Мы точно затащим. Лям, цель спасти Изабель, понял? Да. Хорошо. Сейчас повтори. А где она? Я ее не вижу. Двое зайдут у нас, трое нас зайдут в следующем ходу. То есть по-любому зайдут. Четверо зайдут к нам. Нам нужна помощь, ребята. У нас тут прям душно. Не протолкнуться от народу. О, Изабель, да, не выживет. В смысле, не выживет? Не, уже половину жизни нет. Ну и чё? Маркуса отпинаем. Маркуса отпинаем, мы, ну, не отпинаем, ну типа как его, 100 хп. Ты отпинаешь 100 хп? Рамочит и отпинает. Вдвоем отпинаем. Я могу отойти? Нет, у меня сразу будет атака по... По-по-по-по. Тот, а можно я твой инвентарь продам? Мой инвентарь не трогай. Ты сейчас не о том думаешь. Он тебя сам убьет молнией. Скажет, что случайно обкрадет, тебе продавать. Или подавай мне идеи. Как мало с контроля, на самом деле. Так, Лям, давай. Пробуем. Критический промах. 16 урона. 16 урона есть. Окей. Так, сейчас шкряб ходит. Угу. О-о-о. Промахнулся. А, четыре концентрации. Я так понимаю, если мы просрём Изабель, мы просрём и в том числе купол. Всех остальных, да. Где пойдём к вам вторым? Лестница. Где? Без проблем. Блин, 14 хп у неё осталось. Всё, я ждал тебя. И что делать? Я могу кого-то в астрал запихнуть? Ее попробуй, чтобы по ней ни хрена. Не могу, не могу. Походу только на меня заклинание используется. Эх, чё ж с ней делать-то? Наверное, вперед. Не, если бы мы все вчетвером были в комнате, мы бы могли, наверное, раскатать. Но так очень тяжело вдвоем защищать ее от пятерых. Да, там, конечно, теперь я не... Блин, слишком далеко.
Может, это тоже можно сетками поднимать будет. Накинуть на нее это зелье. А, ну да, может быть пятно. Изабель, захилься ради бога. Так, окей, один с хп. Слабовато. Согласен. Сейчас мы, да, подкинем. Я так все ячейки на хил потрачу, я не смогу его завалить. Надо будет подумать, как распределить ресурсы. Вот эти гарпии или кто они там, они прям дохленькие. Там мы их расшатаем. Кто будет ходить после тебя? Наверное, наши все пока что будут ходить. Хорош. 15 это неплохо. Да. Все, давай, кушай ускорение, я ускоряюсь и раскидываю тут всех. Так, ладно, сейчас посмотрю, чем могу использовать. Так. Блин, я, правда, еще я забыл задену. Хотя... Изабель задевать не надо. Если что, попробуй метамагию использовать с двойным заклинанием. Просто по двоим каким-нибудь спел прорахни. Я потом добавлю. И мы, наверное, двоих вырубим. Я, точно. Я и так дефт использую, чтобы ее исцелить. Потому что я использую метамагию, чтобы... За бонусное действие, типа? Да. Понял. Так, ладно. Сейчас пробуем. Ах, тебя... Помеха из-за того, что я вблизи. Если есть какой-то контроль, тоже неплохо. Сейчас гляну. Может и есть. Может свиток какой-нибудь. Тут. Я все продал. Ну а что ты? Блин, у меня... час провел. Ой, я, кстати, смогу ее свитком сделать невидимым. А, ну так тоже неплохо, кстати. Да. Пойдет. Отлично, он свалил. Он свалил просто? Он просто свалил? Угу. Потому что он в тумане был. Вот не свалил. А, я понял. Давай, братка. Фига, это сработало. Тогда вы можете не подниматься к нам, займитесь им внизу, потому что мы точно раскидаем верхних, они супер слабые. Кем внизу надо заняться? Маркусом. Маркус. Вот это вот, имбой ходячий. С крыльями который. А, вот. Ну нет смысла вам подниматься. Вижу. Да, он вниз спустился. Петушком займитесь. Петушком займитесь, да, хорошо сказано. А чё не так, что ли? Так, как так, 80-80. Вообще неплохо, но, наверное, лучше, чем посильнее сразу бахнуть. 8-48. Бахаем или не бахаем? Давай, давай, давай. Сейчас можешь бахнуть. Я просто... Да. Я просто думал, что я смогу еще кого-то задеть, но нет, не смогу. Блин, странно, он мне выделяет почему-то только одного. Ну попробуем. Один есть. И второго сейчас тоже пульнем. А сколько у него хп? 14. А вторым метамагии тогда. Возьмем вот так. Да ладно. Ну ладно, я все равно много урон дал. Хорошо. Так, сколько у нее брони-то? Не, Изабель живет, короче, все. Отличный ход от Лиама, он спугнул этого Маркса, супер, и сильно легче стало прям ее защищать.
там от... Ого, я Ольга. Тоже хочу кошечку призывать. Или, а, она превратилась. Она превратилась. Да. Добро пожаловать в мультикласс друида. Ага. Качать себе, что ли? Все интереснее, интереснее выглядит. Слушай, ты не добавлял себе сразу, нет? Не-не. Да? Не, я про Алексея. Чё-чё-чё, ещё раз не расслышал. Ты класс себе не добавлял? Не, пока чисто в чародея. Ну тоже неплохо. Блин, посох прикольный, но уже что надо с факелом бегать. Почему? Есть же вот это вот заклинание света, оно может любое оружие зачаровать светом, и не надо с факелом бегать, вот я им пользуюсь. У нас где-то было колечко, либо ожерелье, которое просто давало это заклинание. Ну, если вы все не продали, конечно, опять же. Диван, гроза стульев. Ой, они ее шотнули, ребят. И у нас даже сбой закончился. Они ее шотнули критом. Они ее шотнули критом. Он ее... Ну как? Загружаем. Он дохлый вот этот вот... Птеродактиль. Он просто кританул там на какие-то 40 урона, капсда. Слепоте, кстати, они были ослеплены, он все равно на 40 урона кританул по ней. Есть. Какой же рандом. Загружаем. Капсда. Это суровая реальность, боюсь. Это загрузка, иначе сейчас это верно будет превратиться в туман черный. Что не поделаешь, пока что. Я такой Дарт Вейдер на заднем плане. Просто темный властелин. Где твое кольцо всевласти? На пальце. Кэтрик was planning our demise all along. Listen closely, for there's very little time. Even if Дориан, выходи за меня. Лаву могу сбросить. You must kill him. As impossible as that task sounds, there must be a way to break the spell that makes him invincible. There are secrets in this ancient waste hidden from. But hark! Когда стрелой под ребро. Это уже подло. Лёх, давай загрузку. Нам нужен хаб. Какой-то. Зачем себе хаб? Ты все уже там купил, продал. Это надо. Ну дайте в игру погрузиться. Какие-то вы это... Проблемы поднимаете, вообще не относящиеся к нашему прохождению. It's happening. They'll all be taken by the shadows. Only by the grace of Isabel's spell will we be spared to... Блин, какая же жеза, ребят, просто. Насколько же это жестоко и беспринципно. Still your hearts and steady your hands. To battle! Да будут рады те, кто успел поторговать. Да, это вот действительно, вот ты стараешься, ты думаешь благими намерениями, и в итоге вот жизнь она вот так вот. Бля. Мрак, тень, отчаяние. Мы столько карт. Все, ёпта. Кобзда просто. Дорин, а ты где? Прям с тобой. А, ну вон, бочку стреляет с маслом. Огнем. А. Столько квестов потеряли, какая жалость. Мучка. Так, что там? Кто там? Посмотрим, что там есть. Здесь единичка жизни. У меня уже нет, все равно. Тут
там еще кучка. Я вообще, я просто перевариваю, что произошло вообще. Короче, ее стырили. Купол. Да я не про это, про то, что, типа... Жалко. Осознание, да, реальности, в которой мы оказались. У нас ведь все так было спланировано, мы так старались. Офигеть. Ну, это Deep Dark Fantasy. Угу. Что ты хотел? Ходи. А мне еще шмотки на продажу. Что, подгоняете меня? Вы! Бездушные! Вообще насрать. Знаешь, мне тоже, да, обидно то, что... Особенно это. Мне обидно то, что квесты потеряли. Которая с песни пела, которая тебя свистеть научила. Она же тоже, скорее всего, превратилась. Скорее всего. Прям. Тем яростнее будут мои атаки против каждого, кто это все здесь устроил. У, сука. Я их всех сейчас убью, нахрен. Я их всех сейчас за один каст положу. Своими всех, руками. Нахрен. Тебя учили. Да. Все, Алексей разошелся. Нахрен. Кажется, у него фаза пробита. Искрит. Черти. Еще убежал на крышу. Уйду от вас. Кто бы с высоты? Ты чё, она в одного там чисто? В смысле, в одного? Она чё там? В двух? Пёс. Пёс может... Пёс. Да. Поближе, так вот что-то... У нас, кстати, ещё ждут 5 человек. У Пёсли 5 хп, его вынесут одним щелчком. Пусть лучше хилит, если вдруг что-то случится. Не зря в Драгонаге всех магов в круг отбирали. И плодину ставили. Он как жесть. Какая. Чего? Теперь замечательная понимаю... игра. Теперь я понимаю хромовников. Где его? Так, о чем это мы? Ах да, мы в дерьме. Какова реальность? Созданная нами. Блин, Дин похож на... Мы не смогли выхилить ее, и в итоге... Хотя там хрит было столько... Не, мы ее захилили, у нее было больше половины хп. Угу. И там они были ослеплены, то есть там да, помеха да. При атаке была. И он кританул! Кобзда. Конец хода. Гоблин вырезать, гитянков вырезать, арфистов. Арфистов вырезать. Такие это совсем не кровавое прохождение. Я думаю, хотя бы их оставим. Да, мы не специально. Я говорю, давайте загрузимся, давайте спасем эту бабу. Так, нет, загрузка это про другое. А здесь игра решила. Одна ситуация, да, такая, созданная нами причем. Это не игра, это так... Игра. Ну, рандом играют. Это не рандом, это у всех такая... Эта баба просто прет вперед, и я потом убивает, и ноги перезагружаются. Но мы не будем перезагружаться, мы... Не, у нас... Мы как бы умом сыграли, мы все сделали вот максимально правильно. И даже вот этот чел ушел оттуда. Вот, это просто рандом, что тот чел кританул. Вот если бы он не кританул, она бы выжила. И мы бы дальше еще играли. Чем-нибудь бы придумали. Судьба. Таков путь. Таков путь. Мандалорцы, чёртовы.
Мы еще и тифлингов, которые сбежали из той деревни, вырежем. Всем покажу. Я тоже хочу в пантеру превращаться. Добро пожаловать в друиды. Ты уже пантера. Ауф. Мяу. Без этого можно быть первым. Да, да, да. Чего? Ничего сопротивляемся, что нет, не сопротивляемся. Так что это было за представление? Одно очко опыта? Это за кого ты там одно очко опыта получил? За первый уровень. А, четвертый, не. Торговца убил. Кузнеца, который мог помочь Карлах. Не скажу как. Лям! Просто харе. Успокойся. Я не говорю. Вообще ничего не говорю. Вот все, вот как есть. Да никто какой? Никому не мог помочь. Откуда ты знаешь, все, он умер. То есть это спойлеры, по сути. Так, это достану? Или слишком темно, скажете? Вот встал, мешаешь немножко. Да, я могу отменить ход? Нет, не могу. Но это надо было раньше думать. Теперь ладно. Пока стою, мешаю, да. А, как тут нацелить? Так, и как тут? Так, ты. Здравствуйте, когда надо путь вот эти? Ты где-то ближе. Где-то ближе. Время. Ты успеешь, пока Лям кастует, отойти, я думаю. Курьер успеет доставить, Стас успеет отойти, пока Ленду кастует. Вот сюда, в фаербол в них. О. Куда? Сумочные щупальца. Вот эти вот. Группы с пяти. У ворот. А, у ворот. А, по области чего-нибудь. Угу. Мечи. Не дотянусь. Да, ячейки кончаются уже, конечно. Противники нет. Так, тут рядом со мной еще стоит приколист. Так. А что если... Так. Мало. Так, Лям, ну, наверное, на этом фланге Лям раскидает. Тогда я вот здесь возьму всех по фронту. С ним сделать-то? Магия, тут помеха. Да ближайшего бей, чё. Ладно. Сориентация. А как ты два раза двойным? Так у меня ускорение работает сейчас. А. Отойти. Угу. Как вам 4 каста за ход, а? А? Очень приятно. Неплохо, да?
Ну, по факту это два каста за ход. Ну да, ну да, ну по двум целям все равно. По четырем целям получается. Ячеечки заклинания подходят к концу. Мы держимся нормально, у всех фулл хп еще. Кастеры наверху стоят. Четко. А гномы в ближнем бою, как и надо. Гномы просто сдерживают основной напор, да. Просто один волшебник-воин, другой бард-вор. Скоро у нас друид, возможно, появится, пантер. Булавой по голове стукнул, да. Ты решил в друиды все-таки пойти? Возможно, мне очень нравится, если там можно таких пантерок из себя делать. Без доп. Жизни хотя бы. Да. Буду это, отсрачивать вот эта полоска, свою смерть. Вот эта полоска, это вся ее отдельная хпшка, да, все четыре хп. Смогу отсрачивать свою смерть на целый один ход. Ну, наверное, там такие превращения до долгого отдыха, наверное, там есть набор. Так что постоянно, наверное, не получится прям. А то было бы жестко. Плюс 54 хп просто за облик. Ну почему нет? Ну почему нет? Пожалуйста, ну взять. Ну ты же становишься красивой вантерой. Да пожалуйста. Интересно, а из облика после боя выходит, вылезает ли он так и бегает до отмены? Ну, прикольно. Такая будем со шкрябом вместе бегать, да. Так, это фаербол, Лиам? Да. Давай только аккуратнее. Союзник за день. Да. Ух ты. Кстати. Так, ладно. А что ты, а двойным кастом нельзя фаербол, да? Нет. Mm. Иначе это был бы слишком... Я думал, сейчас я уж такой фаербол. Ну да. А я бы смог. Я, может быть, бы смог, да. Спасибо моему посоху. Да, посох ничего такой. Что у нас там, недобитки какие-то где-нибудь есть? Добить. Кому помочь? 50 хп. Квартирмейстер Талли. И тут у тебя еще. Она скраб убила. Кое не прощается. Пацаны не извиняются, да? Пока 4D шахматы ходят, да? Сочетаем приятное с полезным. Сжигаем еретику. Так, ваха, ебу вышли из чата. Прекрасно. Если хотите положить толпу людей, фейербол — ваше решение. По жопке ему. А сколько мы могли всего еще купить? Нет. Сколько всего продать? Причитает. А че бы нет? А в Дискорде можно замутить? Ну, типа не свой микрофон выключить, а замутить. А, ну на ноль можно смотать, да, громкость? Нет, там призамутить можно, если ты... Там все должны быть права. Админ, модератор. Лям. Лям. Скажи чего-нибудь еще раз. Сейчас соску в рот. И все, и будешь там. Давай, скажи что-нибудь, да. До конца боя, да. Нет, не торговцы.
чем я не прав. Так. Как атаковал вот два. Вот двое, да? Двое? А, ну. Ротом? О, да. Сволочи. Блин, зато какой у Лямы инвентарь теперь просто девственный. Ничего нет. Только тряпки какие-то лишние набрал, может, где-то. Ничего лишнего. Наряды сплошные, барышни. Так я Сращенец. Же тебе, так я же тебе продать, точнее подарить хотел. Да. Так, 26. Оговорочка по Фрейду. 26, 15, там еще вдали стоит 29. И здесь по 40 купим, да. Чем бы ее... Ты будешь бить Тали, да? Ты меня... Ну, твоя а, не, я могу ее тут взять. Давай, Щал, ты стреляй, потом я пришу, что там. Сейчас, погоди, может, у меня просто скитанешь. Сдвоенная. Давай, ну, тогда сдвоенная не буду тратить. В смысле, а почему нельзя? Блин, дум. Сейчас, а ты не можешь в одного и в другого? Тут у них в обоих... Не, я не достаю, мне надо будет позицию. А. Пока по одному. Убил ее, не? Не. Сам догорит. Вот вопрос, догорит ли? 2 хп, горение. Да, догорит. Так. Да, я тоже в воде. Ну ладно. Вот там 15 хп. Ой, там сзади еще. Mm-hmm. Там помех. Чего? Зачем ты пантеру-то? Чего? Ты что творишь? Одно в другое, близко очень, я по морде не давал. Надеюсь, она не обидится. Вот надеемся, что она врагом сейчас не станет, ага. Это мало того, что мы все просрали, так еще и весь Балдер против себя там, не знаю, настроим. Фига себе, 7 уровень. Щупальца. И ты прям перед тобой такая. Гигантская шамарочная щупальца. Это хентай сейчас начнется с этими щупальцами. Кажется, я ухожу. Кажется, мы все... Ну, сейчас нахер. Приплывем. У нас так. Вообще собирается что-то спасать, или так и будет вот это проклятие? Игра просто ждет, когда мы сдадимся и умрем наконец-то. Настя, герой хентая. Поехали. Так. О. У них может быть уязвимость к огню есть? Но... Нет, к сожалению. Хотя логично было бы, типа дерево, все такое. Так, ну да. Начать. Там кончилось, да? Все, у меня кончилось света магия. Водой. Просто бутылка водой киньте. В растение не вырастет. Да.
Кого кинуть бутылку? У меня есть, если что, у меня возьмите бутылки. Могу алкоголь в него кинуть. Пойдет? Не, чтобы я потом электричество, может, не дарахнул. А не знаю, алкоголь, это же вода тоже. Да ну, я тебе воду сейчас передам. Передал тебе воду. Кого? Воду тебе передал. В кого? Тебя. В растение. Вот и кидать кого? Все. Помеха 30%, правда. Давай, полевай. О, прон. Как она. Ну там. О, не, благо, все да. Хорошо, да. Так, ну пантера вроде не обиделась. Хорошо. Да, только пантеры 8 хп, ребят. Последний наш союзник 8 хп. Че, могу дать ей чуть-чуть? Кинуть. Да, можно давай. Кинуть. У меня большие банки есть, и можно это. Так, ладно, Только, пожалуйста, не промахнись. Можно метнуть в нее большой банк. Возьмите, если метаю, надо. Метаю. Дион, извини, я тебе сейчас... Так я отойду, че? Нет, не отойдешь, я сейчас молнией. Ну, давай. Все, все, отошли все. Все, отошли все, успокоился. А, так. Одну сосиску повалили. Вторая. Ой. Так. Подать челлендж. Очень такой на изнеможение бой прям. Почему действие не держишь? А, я воскресил. Сюда не достать. Так, через 5 дней сюда куда идет. Блин, надо выносить дерево, что-то намного сносит. Угу. Че, по той же схеме? Типа вода. Молнии, да. Ну, у меня есть молнии, могу молнии, да. Пахнуть после воды. Давай, тогда в воду кидаю. Ну, у меня, правда, первые ячейки только будет. Ну, пофиг. Ну, давай. Нормально. Угу. А что она там? Она еще под влагой, еще сейчас могу ударить молнии. Чтобы еще двойной урон ей туда. Ну-ка, давай. Отлично. Еще три противника. Все. Осталось два бомжа и ветка здесь в хп. А два бомжа осталось. Все. Блин, вот бы кошка еще не сдохла это. Я ее похилил, вот 6 хп вроде нормально. Все, один остался. И мы затащили. А где он? Ну, на пушке там стоит. А, Лем, их нельзя, по идее, обворовывать. Там красненьким горят. Блин. Я вижу там. Мертвые не осудят, пошел. Как говорится, да, Лем? А пантерка очень дальше. А, пантерка, да, мы. Ё-моё. Давай, давай. Если пантерку убьют, то вообще пофиг будет. Только через мой трюк. А, реально, через да? Метнуть. Прилетел тут спецназ, блин. Гей. А, это же ее дополнительная жизнь, чего я переживал-то, ёпта. It's all over. They're all gone. My brave ones, my friends, my harpers. It's new ones. I led them here to this. After such carnage, you persist? Sometimes there's folly in such courage. Нет, ну просто психопаты, которые любят кровь.
Опт. There's no way forward. Only the almost hopeless retreat back to Baldur's Gate. Chances are slim, I'd survive the journey back. But if I can warn the Dukes, an army of absolutists is on the march. Perhaps the city still stands a fighting gens. Ну, считайте мотивацию на следующее прихождение. That proud determination of yours should shame me. But it heartens me instead. Pull aside the curtain of years and I can see myself echoing your resolve. Very well. I'll join you. And when Ketherick falls, I'll be there. For us, for them, and for the ones we love back home. Жесть. Обирать их нельзя, да? Только врагов. Ну, щупальца теперь можно с корусом содрать. Остальное все красное. Да, не ху... Им это больше не нужно. Не хотелось бы ее убивать. Не, ну так-то, конечно. Что там ж? Серьезно, вы оббираете тут? Нет. Ты ничего не видишь. Короче, тут очень можно было спасти. Тут очень трудно не обобрать. Нужен кольчужный доспех 18 класса брони. Фиолетовый. Давай. Ничего ж не будет, да? Или будет? Что такое? Я боюсь. Ты в бою? Я боюсь. А, сейчас еще. А, нормально, да? Ладно. А то есть можно обобрать, да? Они и красным горят, по идее. Ну ладно. Типа они союзники были, но ничего не поделаешь. Все мертвые. Нам нужнее, да? Это пойдет на нужды. Ну а так, по логике, мертвым зачем вещь? Там была не нужна. Мы вообще находимся здесь, не факт, что сами выжили. Да и никто нас не осуждает, все тут. Вроде все мертвые, все, кто остался. То есть нет никакого типа минус отношения или еще чего-то такого. Просто все попередохли. Жесть. Кому плащ нужен? Какой, смотри. Начну с реплики. Ну что, все зачистили уже, наверное, да? Ну, лазим потихонечку. Может, не все. Ох, я столько только что денег видел. Чувак с рюкзаком полный набитым деньгами. Ох, не видел такого. Просто обал. Так. Грузоподъемность увеличивается вдвое, нифига себе. Ну да, всех обобрали уже, да? Нет, хлам оставили. Все твое осталось. Так, что там?
Я реально не склонна сосать. Серьезно. Копейка рубль. Так, у меня амулет освободился из стихийного усиления. Когда любой из ваших фокусов наносит урон кислотой, холодом, огнем, молнией или громом, добавьте свой модификатор заклинателя к нанесенному урону. Так, это Диву надо отдать, да. Сейчас, секунду. Диву, держи. Так, редкая ткань. Класс брони 10. Бычья сила. Вы получаете бычью силу и увеличите показатель силы на 2, до 20. Непоколебимый бык. Это туловище. Вас нельзя сдвинуть против вашей воли, и у вас есть преимущество при испытаниях против обездвиженности. Натиск, действие класса. Бычий натиск. Бросьтесь вперед с некоторой вероятностью, отбросьте врагов назад на 3 метра. На 2 хода они могут пасть плашмя. Вот. Кто там? Хочет. Доспех. Да-да, на продажу. Нет! Нет! Они убили котика! Серьёзно? Даже котика. Никого. Его величество мертв. Воскресить, надо поговорить с ним. Ты же некромант. Не, зачем я? Есть свитки воскрешения. Можно для него труп применить. Слишком повреждён. Попробуйте. С ним говорить. А воскрешение свитки работает? У меня нету. Я тоже. А, у один есть. Цель должна быть игровым персонажем. Нет, он же игровой персонаж, он в игре, он персонаж. Он персонаж. Он харизматичная личность, да? Да. Он маленькая, но личность. Грустно. Даже у тебя это не устраивает. Капец. О, боевой барабан. О, миска с молоком есть, кстати. Вот почему она не давала. Молока. Может, это нужно было для поддержания барьера. Какой ужас. За что игра? Делали так, слава боже. Какой жестокий мир. А нужно кому-то амулет классный наблюдатель? Очень редко. Чё он дает? А, два дополнительных третьих круга. Луч страха, луч ранения. Умение. Ну, у меня, можете глянуть. Фиолетовый. Инвентарь лежит. Сейчас я отправлю все в сундук. Луч страха. Школа некромант третий круг. Пугать вашу цель одну. До долгого отдыха. И луч ранения. 2.16. При использовании испытания цель все равно получает. Так, ну 2.16 некритического урона просто. Да? Нет, вроде. Надо. Да. Не-а, мне точно нет. Ну ты же у нас некромант. Угу. В прошлом скажи, да? В прошлом некромант. А где подвал? А в том же здании внизу. А, у лодок где? Через причал заход. Через причал? Ай. Все, 10 трупов нету больше. Все, бобро. И на этот раз тот. Все. Тот все обобрал. Да тот просто и ходит, ищет. Да, ёпта, капсдат, фир лежит. Браво. Я все надеялся, что я ее не найду здесь. Нашел. Да. А кого нашел? Альфиру. А, Фантиску. О, нескрепленная половица. Она кольцо. И записка. А можем с ней поболтать? Кто там воскрешает мертвых? Можешь.
У кого там свиток воскрешения? Нельзя. Нельзя, к сожалению, воскрешать их. Надо попробовать. Где? Где свиток воскрешения? Мы попробовали уже котика воскресить. Котик. Говорят, нельзя. Котик. Эту тоже нельзя. Ну, если это купить. И воскресить нельзя, котик, да? Это не просто. Воскресить нельзя, я поговорю, посмотрим. Да, труп слишком повреждён. Жесть, кобзда. Вкратце, пришли, перебили всех, обчистили. Ну да. По факту так получается. Ну, в принципе, оббирать уже больше нечего. Ну, давайте в подвал сходим. Да. Да. Так, 2 минуты дайте. А, может тогда долгий отдых устроим? Думаешь, там что-то почитают? Сохранение. Ну, ты долгий отдых, да. У меня рука не поднималась просто сохранить этот прогресс. Понимаем. Можем переиграть. Нет. Похищение. Все, не все пытается. Ну, этот расклад тоже неплох. Подняли опыта. Собрали. Находят плюсы свои. Опыта подняли. Столько персонажей потеряли. Опыта, говорю, подняли. Везде надо искать плюс. Чего, как ты его открыл? Так, бог. У меня ключ был. Ты бы спросил сначала. Батат. Сладкий. Бери. О, воровские инструменты там еще возьми, противоположу. Инструменты нам. Не вижу. А, не посвечен так. Мы, кстати, получается, потеряли весь этот огненный кулак, который мы встретили. Они тут тоже все умерли. Алло. Че за огненный кулак? Ну вот, мы там в конце первого акта, вот этой локации, мы встречали прям вот где-то поселение загоревшееся было, там были эти огненные кулаки, они как раз отправлялись на поиски этой башни, вот они всем скопом тут в комнате лежат, отдыхают. Брат, подойди сюда, здесь уже маник. И есть ощущение, что там самое. Так, я вернулся. Так, где вы? В подвале. Зелье, немного золота. Путинтек. Ну, войны и дубовые двери, что-то. О, класс. Это и ничего не пишу. Спам. Интересно, что я стена. Где подвал? А, вот он. В подвале. Блин, я тоже не могу найти, где пойти в подвал. Там надо к лодочкам выйти. Порохом. Отлично. Отойди-ка, систер. Интересно, что я, да. Дверь, ага. Интересно, что стена. Уф, мы там что-то взорвали. Хорошо, да. Пошлось. Все живы, здоровы. Ну, давай подождем, наверное. А то мы как-то так прям. Каркеду, да? Ничем у вас не учат, да? Да, тут. Да ну, нет, просто тут здоровы. Что-то интересное. Просто что-то интересное. Окей. А что, в ящиках было? Все пусто. Ничего такого. Если бы что-то было, мы бы сказали. Поэтому может сразу к вам идти налево. Дыра в стене. А, деньги и хлам? Да, всегда. Для тебя, конечно, хлам это что-то, я понимаю. Но... хлам можно продать. Все-таки. Люкс, потому что там ничего и нет. Минлоки. Систер, систер, не надо. Я стою на месте пока, да. 53 хп. И не, наверное, да, чуть-чуть отойдем и до долгого отдыха. Немножечко с ячейками вопрос.
Надо тоже подождать еще. А я не туда зашел? Я в каком-то погребе, это не то? Фига, что-то другое. Блин, я вас... Что? Я вот прям за стеной... Что? А, я. Я вас за стеной, я увидел. А как мне к вам попасть? А, вот. Иди, там есть дырка. Иду, иду, иду. Не, ну в принципе, а, перемещается. Ну, к нам капста, да, сейчас будет. Да, ну, ладно. Как повезет, а почему я идти не могу? Туда не попасть. Почему я не могу туда попасть? Мне персонаж не хочет идти, ёпта. Чё, да, он просто нажимаю туда, он не идет. Пишет, туда не попасть, туда не попасть. Ты... Ты здесь? Да, ты. Он здесь. Прикольно. Ты большой, может быть? Прикольно. Есть что, телепортация дать ему шагом можно. Так, братва, ячеек зароется, что вообще? Блин, прям зерги. Свет и огонь. Сказал персонаж кто-то. Чего огонь? А против них свет и огонь. Хорошо работает. Хоть что-то работает, уже радует. Так, а сколько, поскольку у них ХП? О, без проблемы. Думаешь? Я только фокусами. И даже только по одной цели. Я все потратил на том, на тот бой. Сзади. Чё тут? Не, ну смысла нет. Ладно. Да. Что за убежище? Больно, спасибо. Так, что мне прям ударить-то? Он не может, да? Серьезно? Интересно. Ну, у нас там сохранено. Что у нас тут? Еще все живы? Неплохо. У меня паралич дохода. Паралич у тебя? А кто поддерживает заклинание? А там так? Видимо, без заклинания. Обычный паралич. Из кого-то добить может. Меня. Надо их уменьшать количество. Ой, как их много, ёпта. Надо, видимо, свитки сейчас использовать. У меня есть свиток огненной стены. Истинный льда. Там много урона, 20-120. Как вам свиточек? 20-120. Хороший разброс. Да, он такой, очень редкий свиток. Так, я могу по ним из головы своей долбануть, но это вилки. А можешь водой их намочить? Пожалуйста. Я молнию шульну. А у меня нет воды? Вторая бутылка у тебя должна быть.
Мы на два отростка их потратили. Да? А можешь у меня взять еще две? Сейчас я разделю. Давай. О, внизу он будет. Да, вижу. Метнуть. Так. Шкрябу убьют, скорее всего. Так, ну что ж тут. Настало время. Свиток огня. Я просто не знаю, как выглядит стена огня. Как она, кто-нибудь знает? Вот я ее сейчас кастану, у меня нету области, в которой она появится. Заодно посмотрим. Лишь бы Дори не сгорел. Блин. Просто зажми. Недопустимая цель. А почему? Свиток огненная стена. Создать пылающую стену огня, пылающую любого, кто рискнет к ней прикоснуться. На поверхность только. Ладно. А, вот. А, я прям ее направлять могу. Блин, прикольно. Вы так А вы не подвинетесь, да? Не, ну давай, смотри, давай посмотрим, что-то. Да в смысле, я могу прям по всему бревну ее расстелить, где вы стоите. Но вас она жи тоже заденет, она прям широкая. Свои. Говорю, меня первый. Жи свои. Зато вместе с чужими, да, давай. У нас жизнь побольше мне. Не да я, может быть, еще какому-нибудь другому это применю заклинание. Да, давай, интересно же, там 102 урона может нанести. Не, это ледяная стена, это огненная будет. Еще лучше. Давай, давай. Ой, я нашел более приятное. Хотя тоже вас всех убьет нахрен. Да ты себя переоцениваешь. Я оскорбляйте, Алексей, пускай он на нас огонь, да, чтобы понял. Смрадного облака я сейчас на вас, на всех, да? Не, вот это точно не надо. Хотя... Что все там есть, давай, давай, смрадное, если на них активировано, то для нас оно пофиг, у нас источник скелета. Я могу ослепить. У тебя тоже. Правой кнопочкой смотреть себя попробуй. Смотреть. Там реально. Кольца у нас что-то такое. Да, смарадная нож. Спасибо, понял. Да вообще что хочешь можешь, мы чё? Запрещаем фу. Жри это дерево. Вот так я троих задену и одного из вас. Это будет самый оптимальный вариант. Фух, спасибо, что нифига-то задел, конечно. Шкряба. Шкряба немножко. Подшкрябал, шкряба. Теперь некому будет меня поднять сейчас, ну ладно. У тебя булава есть. Песик. Она не работает. Она светится. О, я тоже, да, получаю. Ну, здравствуйте. Хороший ход. Хороший ход. Помеха. Сейчас будет больно. Уф. Спасибо. Мне понравилось. Мы почти затащили. О, кто еще остался? А, вон там. Чё у меня там? 15. Ну, почти. Угу. Уф.
Kurwa! Да, у него там жизнь просто. Долго думаешь. Чего? А, все, умер, да? Один хп. Я в нокауте. А, в нокауте на все. Все. Угу. Ну и хорошо. На тебе, молодец. Хвалю. Хороший. Дворф. Сестра. Бороду только отрасти. Когда-нибудь я стану таким, как ты. Вау. Уф. Нам надо надолго. Сейчас обведемся. Ты чё не было? Ничего. Диван знает толк в сокровищах. Побежал, серебряные тарелки собирает. Неужели тебя Лиам укусил? Записка, чё записки? Тут вот это вот была уже записка про то, что что-то там интересное. Идол Силуны, кстати, вот еще один идол. Это вот как я Shadowheart давал идол. Да, да. А, ничего тут интересного нету, да? Ой. Там наверху вообще какое-то темное здание. С проклятиями, со всеми делами. Давайте на долги сначала. Тяжелый сундук. Потом пойдем дальше. Кабзда. Тут этот вон. Астерион что-то, да, хочет. Да. Давайте кто-нибудь с Астерионом ее покупает. Твоя. Твоей пекой. What can I do you for? Спасибо, стоит. Дива. Ладно, пойду. Конечно, а как же? You know, I feel a connection between. Он сразу с козырей пошел, намасливает уж май. Да. You might be a little naive in the ways of the world, but I see promise in you. Ambition. Ты сделаешь меня вампиром? Just that you have a... So I was thinking, what would be the right thing to do when we get to Moonrise Towers? When we come face to face with whoever is controlling the parasites in our heads? That's the obvious option, yes. Just think, how many people are the Mind Flayers infected? Hundreds. And they're not just goblin trash. They're whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we'd wield. I mean... I assume there's some device controlling these things, so we find that. Murder some people and, look, I'm not a details person, right? But turning up and causing chaos... Я вижу, ты амбициозный человек. I'm just saying, there's an opportunity here. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe. And liberate the world from this, too. It's not often the universe hands you something like this. Of course, this all assumes we live long enough to find this,
Moonrise. But I'm feeling optimistic. Это потому что ты оптимист, Тахи. Это все, что он умел предложить мне? Всего лишь мировое господство. Это все, что ты можешь мне предложить? Абсолютно. Где твои амбиции? Да. Как мало ты можешь предложить такой, как я. Ох, Астарион, Астарион. Для тебя я цвела и ушла. Бородатая женщина. Все, заканчиваем на это сегодня. Ну да, наверное, хватит. Давай чем-нибудь бахнем. Что сегодня у нас подойдет? Спой мне. Так, итог сегодняшней сессии. Ой, боже, какая жесть! Всем спасибо за игру. Я думаю, игра сегодня повзрослела. Да, и наконец-то... Да, мы узнали, что такое зло в этой игре. И оно действительно зло, а не вот эти вот радужные приключения четырех приключенцев, которым все по плечу, совсем справляются, убивают злых гоблинов. Нет, сегодня была прям жиза. Прошу меня не перебивать, тебе дадут слово, когда ты захочешь высказаться. Спасибо. Вот. Мы продолжаем наши приключения, несмотря ни на что, не сдаемся. Мы сегодня потеряли дорогих нам персонажей. Для меня, по крайней мере. Мы очень старались, мы сыграли умом, но... Такова жизнь. Все, я все сказал, Ляб. Что ты хотел? Про торговцев что-то рассказать, наверное? Уже нет. Я понял то, что ты не перезагрузишь. Да... Да, их жалко все-таки. Просто целое... Нам некуда будет барахло. Некуда будет барахло, говорит. В сундуки вам попихаешь, да, врат Балдура. Вот, там разберемся. Главное, вратах Балдура не вырезать. Да, будет целая серия просто. Так, у нас серия Лям называется «Торгует». Все, что он набрал за второй акт. Да. Не, ну тут ты можешь между сессиями... Вот. Вот, я тебе включил сервер, иди торгуй, поторговал, окей, нафиг. Не, я думал, там стрим 10 часов будет просто. Не, на полчаса, вообще, как идея, на полчаса включить сервак, я все просто продам. Все соберешь, все продашь, все соберешь, еще раз продашь. Пока вернусь, стоит, пока вернусь обратно. Возвращаемся на карту, да, и ничего нет нигде. Да, да, диалогов нет, квестов нет, там какие-то вообще левые вещи появились, друзья в лагере, Астарион лежит мертвым, что-нибудь такое. И мы такие, нам что произошло? Я просто торговал, ребят, я просто торговал. А что случилось? Просто заказали сережку, поиграли бы немножко. Между тремя актами. Так, завтра с нас...